фрикциона, как это прекрасно. Да, первый звук фрикциона идет пока. Притихло только, не больше не прыгает. Идет, щука. Попсак. Ой, сидит-то слабенько. Первая. Хороша, блин. Отпускаем рыбу-то. Отпускаем, да? Неплохо, да? Красава. Нормальный кошок. Не стали показывать, как мы его доставали, но в целом нормальный. Красава. Да? Нормальный окушок, я думаю. Да. Уху можно будет сварить. Да. Спасибо озеру. Приятным июньским вечером нам повезло встретить корифея озера Вожа, самого Александра. Эх, только что он починил. Городские лапки приехали, тут всю рыбу у нас повылавливали. Ну, что с вами делать, не знаем. Ну, спрашивай. Зрители Ютуба говорят, что вас встречают многие люди и говорят, что вы корифеи озера. Да. Мы тут. Это правда? Это правда, мы тут ловим с самого детства. Сколько вы лет уже ловите рыбу? Трудный вопрос. Сколько вам лет? Сколько дашь, столько и лет. Ну понятно. Ну короче, понятно, он немножко. Мы еще в церковь ходили в Чиронде. С этими. С кем? С верующими. Молились. Ладно, давайте немножко отойдем от темы, спросим, какую самую большую рыбу удавалось поймать на этом озере? Не буду врать, 15 килограмм. Какая была рыба? Все равно не поверишь. Так я понимаю, может зрители не поверят, мы-то верим. Щука. А в зубах у нее судак был на 3 килограмма. Ничего себе. Вот такая рыба. А судаки были крупные? Были. Ну какой был крупный судак? 1,5 килограмма, я честно говорю. А что такой маленький-то? Я не вру. Другие-то бывалые говорят, тут и по 5 килограмм судаки есть. И по 6. Это все врут. Это все фотомонтаж? Конечно, городские приедут, наговорят. А как вы относитесь к жителям Москвы, которые приезжают сюда на рыбалку? Питера там и прочим? Добро пожаловать. Ну вот это приятно слушать, кстати говоря. Не каждый раз. А вот на 9 мая тут проплывала подводная лодка. Каких сил-то военных? Американская? А что вы посоветуете вот приезде? Ну, как бы, как им отдохнуть, как расслабиться, так, провести время хорошо. Ну, вот приехали люди, москвичи, там, питерцы, про них говорили. Я только могу сказать одно. Рядом магазинов нет. Берите все с собой. Ага. Поняли? Это был хороший ответ. Спасибо, да. Спасибо большое. Пожалуйста. Ну и последний вопрос. Хочу заранее сказать большое спасибо за интервью, конечно, потому что я вижу, что вы уже срываетесь на рыбалку, понятное дело, живете в озере. А вы? Всю зиму вы спите тут, как бы, в берлогах, поэтому последний вопрос. Хорошо жить на озере? Хорошо жить, приятно, интересно? Летом хорошо. А зимой мы не знаем. Потому что спим. Ладно. Спасибо большое за интервью. Пожалуйста. Нам подписывайтесь на их канал. Потом блин, ну слушай, хорошо получилось. Сейчас спиннинг спрячу.
Сказка, она есть, сказка. Выходит что-то. Во сне, но есть во сне. Сейчас попробуем, видишь, посмотреть. Судачок похоже, да, небольшой? Не видно, пока. Этот, Ага. Вот, да, и окунь. Судачок. А, окунь. Окунь большой просто. Или еле висит за губу. Хороший окунь. Только такой снится может окунь. Да. Такого в натуре не бывает. Красавец. Я хочу из него окунь. Ебать, подсак надо, слушай, что-то как-то не огонь. Да что такое? Есть-то, да так, давай. Давай, пацан, скорее. Да ты, блин, могу я поднять его, да? Ехуй, ехуй. Топори. Вот это да. Говно, вот тебе говно. Слушай, зачетный аппарат-то. Да. Спору нет. Он вообще не сопротивлялся, я говорю, как говно. Я как-то не ожидал такого. Машина. Нет, она соответствует ГОСТам. Я считаю, что нормально, нужно взять. Да, думаю, что да. Как бы тут где-то полторадок точно мается, судя по весу. Нет? Душечка, душечка, мне душечка, кажется. Душечка, ну на вес так полтора. Что-то хорошее. Заеби, заеби. Вроде снимает что-то. Я снимаю. Я у меня прокруты сплошные, блин. Это на фрикцион. Затяни. Затянул, затянул, затянул. И зацеп, походу. У тебя идет, нет? Идет, но такое ощущение, что мы туда идем, блин. Она к нам. Да. Зацеп вот это. Это сетка, не зацеп, потому что, блядь, ты тянешь ее. Да тяну, я не тяну, я туда еду, блядь. А, воблер есть. Воблер возьму. Вот, короче говоря, вот так вот, блин, едешь, едешь, на тебе. Какая-то старуха сеть. Это что такое, ракушки, короче. Какие-то ракушки в ней, там хрен знает чего. Еще мы сейчас ее, короче, мы сейчас ее смотаем и отвезем на берег. Нет, это старье. Ну, это маленькая вообще, конечно. Ну, воблер сниму. А что, воблер даже есть, да? Гаси. Ну воблер так надо рубить. Что за воблер? С большой лопатой. А, вон, даже воблер смотрите есть. Да. Вот так вот бывает, да? Бывает и так. Граждане, не ставьте сетки, а. А если ставите, то снимайте и кидайте, пожалуйста. Че? Поймали судака. Ну, судаком не назовешь это, правильно? Малек. Ну как, судачок? Малек. Судачок? Там кто-то в комментариях что-то писал нам, что мы рыбу типа не отпускаем, надо снимать, как мы ее отпускаем. Поэтому внимательно смотрим. Те, кто сомневались, внимательно, очень внимательно смотрим. Очень внимательно смотрим. Видно, да? А здесь сейчас, видно, да? Да, сейчас хорошо видно. Сейчас он отойдет. Да, вот такой вот сон. Немножко не завадилось, конечно, сегодня. Но ничего. Завтра все будет лучше. До встречи завтра. Боже, сегодня неспокойно. Ветер 5 метров. Пошла небольшая волна.
улица 10 градусов. Добрый день, дорогие друзья! Мы снова на рыбалке. Это канал Extreme 35. Сегодня у нас в гостях заграничный гость. Он сейчас сам расскажет про свою страну. Да, он любитель сигар. Не обращает на это внимания. Ну, расскажите, из какой вы страны? С какой целью вы прибыли в Россию? Я живу в России уже почти целый год. Я смотрю, у вас хороший голос русский. Да, да, но я уже научился говорить полностью по-русски. На Кубе у нас курят вот такие вот сигары. У вас кубинская, да, сигара? Да, настоящая кубинская сигара. Ну, расскажите про рыбалку в России. Здесь, что вам нравится? Здесь очень холодно. Для нас здесь очень холодно. Ладно. Какую рыбу вы ловите в России? Что вам попадалось? Крупное, трофеи? Трофеев мы здесь не встречали, конечно. Вот. Рыба вся мелкая. Не морская и не соленая, к тому же. Ну, логично. Это же озеро Вожа, мы находимся на озере Вожа. Нам очень повезло сегодня с нашим иностранным гостем. Какую крупную рыбу вы поймали на Воже за последний год, раз вы здесь год находитесь? Была большая щука. Ну, вот с мою сигару примерно вот такая вот. Для меня это большая рыба, особенно в России. Спасибо большое за интервью. Было приятно с вами пообщаться. Сигара, конечно, улет вообще. Все? Ты попробуй ее покури. Как это говорят-то? Золотой песок, да? Золотой песок Вожа или как там? Наш пляж стоит. Как есть пляж? Наш куда? Золотистый пляж. Короче, вот это типа того. И радуга. Блин, охрененная волна почти уже пошла. А там красавчик. Есть. Есть контакт. Ну и продолжаются там у нас по поводу щука такие неплохие удары. Улетки я смотри, я еле-еле. Смотри, видишь? Угу. Вот она, я ее вижу. О, ни хрена себе! Ни хрена себе, болвана. Это нормальный аппарат, это щука. Это нет, это сюда. Это щука хорошая. Блядь, нихуя! Гнет! Блядь, палка, прикинь! Так не могу я вымыть даже, блядь. Парни, это того стоило. Да, сейчас объектив сотрем. Блин. Ну, сколько тут? Два с половиной, три. Даже не дело не в этом. Ну, блин. У тебя есть весы? Весы есть, сейчас посмотрим. Померим. Это машина хорошая. Я себе, блядь, давно такую не увидел. Ни хрена себе. Блин, она бить, что-то дикая, да. Придется ее нарабить. Что сейчас переломает нахрен? Ладно, закрываем съемку. Да как я тут это? Не влезает она. Вообще нормальная, мне нравится. Да, щука зачетная. Ну вот, такие, да, аппараты на Воже есть. Есть. Хороший аппарат. Зачетный аппарат. Делай фотик, а? Свою телефон. Как она вся? Ой, классная, конечно. Блин, из нее можно сделать. Очередной закат на Воже. Наверное, сотый, который мы здесь его видим.
8 вечера. Несет ли нам этот закат судаков? Вот в чем вопрос. Несет нам закат судаков? Всяко бывает. Товарищ из Кубы. Всяко бывает. Чего, перешли на сигареты? Поставки сорвались кубинских сигар. Кубе все курят. Должен вливаться закатом. У вас на Кубе, наверное, не такой закат. У нас на Кубе море закат. Песок, пламя, и солнце садится за океан. Океан такой. Ну, ладно. Это что-то по Фрейду. Вот такая классная погода. Теплый летний день. Прохладой дождичка. А то было слишком жарко. О, куст-то где? Фокусироваться не может ни на чем.